Глава 20 книги Иисуса Навина. «И сказал Господь Иисусу, говоря, «Скажи сынам Израилевым, сделайте у себя города-убежища, о которых я говорил вам через Моисея, чтобы мог убегать туда убийца, убивший человека по ошибке, без умысла. Пусть города эти будут у вас убежищем от мстящего за кровь. И кто убежит в один из городов этих, пусть станет у ворот города и расскажет вслух старейшин города сего дело свое. И они примут его к себе в город и дадут ему место, чтобы он жил у них. И когда погонится за ним, мстящий за кровь, то они не должны выдавать в руки его убийцу, потому что он без умысла убил ближнего своего, не имел к нему ненависти ни вчера, ни третьего дня. Пусть он живет в этом городе, доколе не предстанет пред общество на суд, доколе не умрет великий священник, который будет в те дни. А потом пусть возвратится убийца и пойдет в город свой, в дом свой, в город, из которого он убежал. И отделили Кедес в Галилее на горе Нефалимовой, Сихем на горе Ефремовой и Кириаф-Арбы, иначе Хеврон, на горе Иудиной. За Иорданом против Иерихона к востоку отделили Бецер в пустыне на равнине от колена Рувимова, и Рамов в Галааде от колена Гадова, и Галаан в Асане от колена Манассина. Эти города назначены для всех сынов Израилевых и для пришельцев, живущих у них, дабы убегал туда всякий убивший человека по ошибке, дабы он не умер от руки мстящего за кровь, доколе не предстанет пред общество на суд».